2002 год есть и в «Ладье», и в «Снайперах». У «Ладьи», например, сегодня в составе сразу три хоккеиста 2002 года. Опасный момент, и «Ладья» выходит вперед. 1-0 на 8-0-9. Что же касается снайперов, то даже больше у них хоккеистов, ну, на одного, правда. Это вот Нефедов Богдан, второй вратарь 2002 года, а также есть Алексей Вареник, защитник 2000. Очень острый угол был, вратарь все видел, не было никакой опасности для «Ладьи». Шашков с шайбой. Здорово, это было очень красиво, шикарно. Шашков отвоевал шайбу и выдал на пустой угол Аксененко. Аксененко не промахнулся. И еще становится 1-1. Аксененко там держится за лицо. Видимо, ему клюшкой попали. Нет, она так предательски медленно для тольяттинцев катилась. И поэтому Конькову удалось ее сохранить для новосибирцев. Но очень медленно все делают. Сейчас... Вау! Вот это гол! Делали медленно, но Потапов достаточно метко бросил. Я как бы не удивлюсь, если там был рикошет. Еще один перехват сибирских снайперов. Пас 1-0. Юров. Гол. Великолепно. Наконец-то Юров реализовывает момент и укрепляется на первом месте среди бомбардиров. Есть минута 52. Бросок и гол. Минута 52 есть, но забивают сибирские снайперы и, пожалуй, снимают все вопросы победителя. За минуту 49 счет становится 4-1.